поезда домой. Сейчас уже буду скоро дома, вернее, на Лесовую. Сегодня, несмотря на то, что сегодня наш понедельник, людей много. Все, приехала на Лесную. У нас 3 градуса мороза. Сейчас иду на автобус. Не знаю, но вас, в общем. Ну, сейчас подойду к автобусу. Чуть расстроена. День сегодня так тяжело. Тяжелый, так долго тянулся, кстати. Ой, не могу. Знаете, люди есть, торгуют. Как-то так. Сейчас выйду уже. Вам расскажу. Расскажу, что я расстроилась. Не знаю. Люди стоят на автобус. Все, пришла уже на свою остановку. Чё такая расстроенная, в общем. Представьте, сегодня кабинет министров принял такое решение, что с 24 числа декабря у нас будет полный локдаун. Все будет закрыто. Метро, все, значит, подземные и земной транспорт. Все будет, короче, все. Позакрываются все заведения. В общем, не будет ни работать ни метро. Ни... Что, и вот завтра еще должны это решение уже, значит, подписать там. Значит, принять уже окончательное решение. Представляете? Я так расстроилась чуть-чуть. Весну всю проходили в масках. Что она даст? В общем, думаю, что карантин будет на новогодние праздники. Поэтому так настроение не очень. Не то, что не очень из-за праздников, а то, что, знаете, это психологически тяжело. У нас сейчас -3. Холодно. Или коротко какая-то выскочила на больше. Поэтому настроения никакого нет. Да представьте, люди психологически это сколько, целый месяц будет. И потом будут принимать решение неизвестно. Могут продлить, а могут отменить. Весной еле психологически выходили с этого карантина. И еще мало того, что в масках целый день ходишь. Еще никуда не выехать, не зайти, ничего не. Все будет, все парализовано. Ну вот как? Как не нервничать? Как вообще? Одно дело, когда ты спишь в своей кровати, да? У себя дома. Ну, я имею в виду как дома, не дома, но все равно все родное. Другое дело, когда где-то. Чайник. Так что. Завтра такое решение, значит, думаю, что приму. Жалко. В общем, сейчас придем домой уже. Сейчас уже автобус подъезжает. Что там? Морда замученная. Ой, приехала, в общем, на Лесную. Сегодня 1 декабря. В общем, сейчас я опять к метро. Надо. Сейчас куплю, в общем, себе кофе и попью кофе возле метро. Всегда так делаю. В общем, еду на работу. Блин, женщины, девочки. А мне сегодня этот надо пройти медосмотр. То карантин ведут. Уже закончился медосмотр, вчера взяла направление и санитарную книжку.
нас тут, видите, торговля полным ходом. Так что сейчас куплю кофе, вон там, варёчки, и попью. Ой, всё, практически уже дошла до своей вот этой лаборатории. Очередь, наверное. Вчера, кстати, было лунное затмение. А мне бывает такое, что я наговорю людям какие-нибудь вещи не совсем деликатные. Хотя на это не имею права. Вот, а потом себя ругаю. Так что, ребята, извините. Я ж не со зла, я ж добрая. Так, вижу, очередь какая-то стоит там. Сейчас мы подойдем. Все, очередь я заняла. Ладно, лаборатория. 8 часов на фотографируют. Делают полгода. Направление у меня есть. Так что не надо пройти обязательно, а то локдаун будет, а потом, кажется, санитарка просроченная. Делаю сейчас фотографии. Такая, хорошо, мне бесплатно от это весь медосмотр отработать. Направление. Утро сегодня, наверное, будет полнышко. Хорошее мне настроение. Так что, ребят, ну кого обиделась? Я не создала. Сама потом себя иногда корю. Наговорю какие-то вещи людям, а потом, ну зачем? Не знаю. И сестрички свои. В общем, обижаю самых родных людей. Лариса мне тормозок он дала. Что она мне там дала? Оклеты какие-то, еще там что-то. В общем, ладно, буду стоять в очереди. Кофе попила, хоть бы не в туалет не захотеть. У них туалет, по-моему, закрыт. Не рабочий. Ну что, ребята, хорошего вам утра, хорошего дня, всего хорошего, не болейте, берегите себя. Все, и как всегда, чао. Покажу все же, что мне Лариса на тормозок положила. Вот, коклеты она вчера готовила, гляньте, с рыбы и помидоры. Я буду есть, боже, ногти, не знаю, все желтые от воды. В общем, вот это я буду есть сегодня. Коклеты и помидоры. Это я вам прям тут показываю на таком. Я стою, жду. Ну вот, теперь уже, наверное, точно. Чао. Прям сейчас есть уже хочу. Все, не держите зла на меня. Хорош. Иногда бываю. Ладно, все, пока. Всем хорошего дня.